Привет, подписчики Лифт-блога. Это снова я, Бродягин Александр. И сегодня хочу рассказать, как с помощью вот этих прекрасных вещей согнать вес свой перед соревнованием. От этого вы не похудеете, не потолстеете, вы просто сгоните свой вес. Может, я делаю что-то неправильно, и меня будут говорить, что, блядь, это вредно для твоего здоровья и для нашего тоже, и вообще так делать нельзя, нужно все делать по-другому, не суть, я делаю это так. Начнем с фуросемида. Фуросемид, действующее вещество фуросемид, стоит 12 рублей, 50 таблеток там. В общем, с утра съедаем 2 таблеточки фуросемида, через час еще 2 и через 2 часа еще 1. Все это время мы не пьем и не едим. Вот. Вдобавок, после первых 2 таблеток съедаем аспаркам 3-4 таблетки, чтобы не ломило кости, локти, сустав от недостатка воды. Вот. Это диуретик, так что будем с него мы ссаться весь день и все утро. Будет весело. Дюфалак. Слабительное средство. Много мне с ним воспоминаний. Прекрасно. Просто прекрасно. Короче, действующее вещество у него, значит, в форме сиропа это все выпивается. Одна мерная ложечка, вот эта кружечка, стаканчик 30 мл. И срешь весь день. Лактулоза у него действующее вещество. Хрень какая-то, которая кишечник раздражает. Вот. Ну, написано, что нужно пить 40-70 мл. Но я бы вам не советовал пить 40-70 мл, так как с 30 мл я сидел и сидел весь день. Как говорится, связка этого называется «из всех щелей сбрось вес». Это нужно тоже пить, выпить с утра, но после где-то вот того, как ты примешь вот это все, вы примете, я приму. В общем, вот так вот. На следующее утро вы также ничего не пьете и не едите, у вас кружится голова, болит все, вам плохо. Вы идете взвешиваться, едете, идете, взвешиваетесь. После взвешивания в аптеке продается такая прекрасная вещь, как регидрон. Это такой пакетик, в нем порошочек, разводишь в литре воды и выпиваешь. Это стимулирует солевой баланс в организме, водно-солевой баланс, и у тебя не сводят мышцы во время выполнения подходов, и вообще все отлично. Съели что-нибудь калорийного, вкусненького, там мороженое, пироженку, белочков, еще что-нибудь добавочек, там кальмарчиков, миска, и вперед на помост, уступать. Вот и все, что я хотел сегодня сказать. Надеюсь, я вам помог. Успехов на соревнованиях, да и вообще в накачке мышечной массы, там, и силовых показателей. Подписывайтесь на наш канал в YouTube. Я не знаю, где здесь подписка, у меня нету тут всяких кнопочек, фиговочек, которые меня так сильно раздражают. Просто подписывайтесь на канал и на паблик ВКонтакте. Я надеюсь, тот, кто будет монтировать видео, где-нибудь сделает тут вставочку с пабликом сайта. Всем пока!